поймал. Это моя добыча, моя. Господь да помилует тебя, мой бедный Жорж. Этим бегством ты погубил свою бессмертную душу. Господин пастор, это же я поймал вашего негра. Я 3 дня гонялся за ним. Где же обещанная награда? Негр не ворона и не ангел. Он не порхает по деревьям. Епископ молвил: Робин Гуд, ты мне внушай страх. Покайся, и награду ты найдешь на небесах. Добро, ответил Робин Гуд, мне речь твоя ясна. Пока мне жив я, на земле награда мне нужна. Да, тетя Поли, я тоже не хочу награды на небесах. Я лучше буду морским разбойником на земле. Боже мой, Том! Боже мой, Том! Глянусь! Я буду морским и сухим разбойником. Разбойником? Тетя, ты обезумел, Том. Боже мой, что сказала бы моя бедная сестра, твоя покойная мать, когда бы она тебя услыхала? Страшно подумать, что будет с тобой, когда ты вырастешь. Но я уверена, что все эти разбойничьи мысли от безделья. Возьми ведро. Наноси полную катку воды. И повелел Бог Исааку носить воду 40 дней и 40 ночей. Что ты называешь работой? А разве это не работа? Конечно нет. Это теперь самый модный водный спорт. Вот в Англии все сыновья лордов наперебой таскают воду. Я лично, сэр, могу в 40 минут наносить полную бочку. Подумаешь, я тоже могу. Этим ведром, сэр? Да, сэр. Нашу бочку, сэр? Да, сэр. А по-моему, из 1000 мальчиков это сделал бы только один. Кто? Конечно, я. Том. Том. Том, я тебе ходули дам. Ну хорошо, но это только для тебя, Джо. И смотри, чтобы тебя тетя Поля не увидела. Это дело она доверяет только мне. Да что ты, Том, клянусь своей честью. Thank you.
Волю словно птицу меня пускает он. Мой доктор светлолицый, мой доктор Робинзон. Я полечу отсюда быстрее птиц домой. Но вас не позабуду, мой доктор дорогой. Все птичьи породы поют со всех сторон о том, что мне свободу дал доктор Робинзон. Я полечу отсюда быстрее птиц домой. Но вас не позабуду, мой доктор дорогой. Дед, Джим, что у вас тут? Джим вольный получил. Вот она, вот она, покажи. Вот она. Я доктор Томас Робинзон, родившийся в городе Питтсбурге, в почтенной семье гражданина Соединенных Штатов, свидетельствую, что по доброй воле отпускаю на свободу принадлежащего мне негра. Джима! Масс-доктор. Джим нечаянно уронил. Проклятые собаки. И пастор. Не все сразу. А я вам говорю, мистер Робинзон, отнимите вольную и немедленно уничтожьте ее. Если мы все освободим своих рабов, как хотите это сделать вы, человечество погибнет голодной смертью. Не беспокойтесь о человечестве, господин пастор. Но господин доктор. Господин пастор. И взял ангел Господень бич и наказал непослушный. Ну что тебе еще, Джим? Масс, доктор, лучше вы бы могли спрятать ее у себя, а то Джим ее потеряет. От радости? Джим от радости может голову потерять. Головы терять не нужно, Джим. Голова еще тебе пригодится, чтобы найти свою семью. Вот тут она будет в полной сохранности. Здравствуйте, сестрой! Здравствуйте! Ах, боже мой! Действительно, здравствуйте! Как дела, джентльмены? А, доктор. А вот то, что вы просили. Спасибо, мой мальчик. А в городе говорят, что вы режете лягушек на мелкие кусочки. Правда? Правда.
знаешь ли я, доктор? А в нашей стране запрещено заниматься медициной. То есть работать над мертвым человеческим телом. Вот и приходится. Лягушкой. В этом проклятом городе все мошенники. Если есть в нем один честный человек, так это только я. Свидетель Бог, я так и скажу ему. Взгляните, господин судья, на мою шляпу, если вообще можно назвать шляпой такую дрянь. Это мошенник пастор. Украл мои собственные $200. Да, он негодяй. Но об этом, господин судья, у нас с вами будет особый разговор. Сынок, а 40-дому капканы ставишь? Это для крыс. Они нужны доктору Робинзону. Что? Отцу родному выпить не на что. Он из дома последнюю крысу тащит. Еще кому? Доктору Робинзону. Этому негодяю. Ты бы послушал, что о нем говорят наш судья да пастор. Доктор самый лучший человек во всем городе. Сынок, да я тебя... Thank you.
Дедушка. Ты куда спешишь, маленький негодяй? Благодарю вас, ваша милость, за услугу. Неужели вам не стыдно смотреть, как этот пьяница истязает ребенка? Бьет никто иной, как собственный отец. С юридической точки зрения все правильно. Священная обязанность каждого отца... Священная обязанность каждого человека защищать слабых. Мальчик не может жить у такого отца. Я полагаю, господа, что кто-нибудь из нас должен взять его к себе. Может быть, вы, миссис Дуглас? Вы одинокая, богатая женщина. Взять к себе? Этого негодного мальчишку? В нашем городе никто и никогда не считал меня сумасшедшей. В таком случае я беру его к себе. Сударь, если вы осмелитесь отнять мальчика у родного отца, отец вернет его к себе через священный институт суда. Родительская власть от Бога, мистер. Да. К вам приходят лечить тела, вы губите души. Невинных детей вы учите безбожью. Нервом прививаете пагубные мысли о свободе. И, наконец, злите на эту душу, повергнутую в прах. Да. Взгляните на мою шляпу, джентльмены, если вообще можно назвать шляпой такую дрянь. Благодарю вас, джентльмены. Уйду. Ото всех уйду. Я старался быть хорошим. Ничего не вышло. Хотите избавиться от меня? Извольте. Вы вынудили меня, как беднягу Робин Гуда, пойти кровавым путем преступлений. Иного выбора нет. Живёшь, старина. Убегу от отца. На острове буду жить. Вот хорошо. Возьми меня с собой. Мы станем морскими разбойниками. Ну разве это разбойники два человека? Для настоящей шайки меньше, чем втроем, никак нельзя. Да. Ничего, вишневое варенье. Черносмородиновые. Пароли? Да. Ну, теперь тебе одна дорога. Куда? С нами.
Морские разбойники. Не надо, дети, не надо. Молчать! Нашу тайну мы скрепим кровавой клятвой. Перо, бумагу. Мы, Том Сойер, Гек Финн, Джо Гарпер и негр. Ваши подписи, джентльмены? Джим не умеет писать. Джим, куда? Постой! Джим! Постой! Негодные мальчишки, бежат в разбойник. На Джексон и в остров. А там шайка рыжего дика. Нет. Джим пойдет и все расскажет миссис Сойер. Кто идет? Том Сойер, Черный Мститель. Назовите ваши имена. Гек Финн, Красная Рука. Джо Гарпер, Гроза Морей. Пароль. Кровь. Пусть парится
еще не появлялись корабли. Проклятие! Другие мальчики, если бы увидели нас тут, умерли бы от зависти. Такая жизнь как раз по мне. Ведь мы пираты, а пираты живут весело. Берут в плен корабли и жгут их. А если попадется военный корабль? Да еще с пушкой. Откуда здесь возьмется пушка? Пушка? За мной! На абордаж! Будем драться как черти! Наверное, кто-нибудь утонул. Надо еще раз выстрелить. От выстрела утопленники всплывают на поверхность. Я надеюсь, что Тому теперь хорошо на небесах. Ах, как жаль, что он плохо вел себя на земле. Не смей дурно говорить о моем Томе. Его нет уже в живых. А все потому, что они водили знакомство с этим отвратительным бродягой Гекельберри Финном. И с этим вольнодумцем доктором Робинзоном. О. Окончен. А кто победил? Мы, конечно. А почему у тебя слезы? Слезы? От порохового дыма. Острове. Да, миссис Гарпер, Том был очень хороший мальчик. Я так любила его. Правда, он иногда шалил немного. Но у него было добрейшее сердце. И мой Джо был такой же. Шалит, вертится, как юла, а сам мухи не тронет. Да, да, да. Thank you.
домой хочу, к маме. Хорошо, что у тебя есть мама. А мне куда? Холодно мне. Шайка рыжего Дика. Это бесспорно. Счастливый ты, Гек. Да, подвалило счастье. Что вы, ребята? Берите. Куда мне такую прорву денег? Послушай, Гек. Значит, ты теперь будешь приличным мальчиком. И никто меня больше не будет упрекать за то, что я с тобой дружу. Гек, дружище, а что ты сделаешь на эти деньги? Что я сделаю на эти деньги? Во-первых, я у пастора Пипкинса выкуплю беднягу Джорджа. И мы выстроим него огромный дом против дома пастора. И пусть тот лопнет от зависти. Вот здорово! Братья и сестры, две ангельские души улетели от нас в райскую обитель. И одно дьявольское порождение низверглось в ад. Но мы будем утешаться одним. Наши ангелочки Том и Джо погибли не за свои грехи, а за прегрешение дьявола Гекка. Итак, вознесем молитву. Помолимся со смирением, слезы крови твою. Сиротку. Ведь я нашел к нам. Джентльмены, вы посмотрите. Посмотрите. Я говорила, что в этом мальчике хорошие задатки. Не родись богатым,
а родись счастливым. Не в деньгах богатство, а в уме. Дитя мое, богатство требует опеки. Как же нам быть? Отец сразу пропьет это богатство и оставит мальчика нищим. Господь не допустит такого беззакония. Да, мы должны вырвать его из цепких рук пьяницы. Священный институт суда нам в этом поможет. Насколько мне помнится, вы говорили, что воспитание детей – священная обязанность родителя. Священная обязанность каждого человека – помогать слабым. Мы учредим над ним опеку. Да. Кто-нибудь из нас охотно возьмет мальчика к себе. Ну да, ну хотя бы я. По справедливости, мне, бездетной порядочной вдове, Гек будет истинным утешением. Благодарение Создателю. Есть еще добрые люди на земле. Радуйся, мальчик. Мы будем твоими опекунами. Здорован христианин для того, чтобы петь гимны во славу Божью. Петь псалмы — грех. А что же не грех? Молиться и петь псалмы. Вот хорошо. Ну тогда я сбегаю за Томом Сойером, и мы вместе будем петь псалмы. Том Сойер для тебя неподходящее общество. Ты слишком богат теперь, и, наконец, с ним ты никогда не попадешь в Царство Небесное. Я не хочу в Царство Небесное, если там не будет Тома Сойера. Ты великий грешник, Гекльберри. Возьми Библию. Встань на колени. И читая святые слова, подумай взаперти о своих грехах. Поди-ка сюда. Вот ты, щеголь какой. А меня в дом не пускают. Это родного-то отца. Ты что думаешь, что ты важная персона? А ну давай $10. Нет у меня. Врешь. Мне самому ничего не дают.
А вдове о моем визите можешь не говорить. Личному разбойнику через окно. Молодцом. Ну, какие новости в городе? Джо с мамашей на север уехали. Счастливец. Ну, а как твои дела? Как сажа бела. Вот если бы черти вдову тащили. Это можно устроить. Ну да. У меня есть верное средство. Возьми башмак вдовы и пойдем ночью на кладбище. Сегодня похоронили старика Вильямса. В полночь за ним непременно черти придут. А когда они его потащат... А вдруг не потащат? Да потащат. Ты им кинь след башмак и скажи: черт мертвеца возьми, черта башмак догони и вдову с собой тащи. Пу-пу-пу. Сгинь, да вас сгинь. Аминь. Ты молишься? Гей, убери. Молюсь. Да-да. В свободной Америке наукой можно заниматься только тайно. Если бы в городе узнали, что я изучаю анатомию на трупах, меня бы растерзали как колдуна. А судья? Судья арестовал бы меня за нарушение законов. Но масса доктор не может быть колдуном. Что случилось? Не болезнь, а большое горе могло привести меня к вам. Взгляните на эту шляпу, если вообще можно назвать шляпой такую дрянь. В этом проклятом городе все мошенники. Если есть хоть один честный человек, так это только я и вы. Вот эту божественную книгу, единственную память о моей покойной жене и незабвенной матери Гека, я решил продать. Не купите ли вы ее у меня, сэр? Эта книга мне не нужна. Ну, доктор. Я могу вам предложить работу. Ради ребенка я готов на все. Работу я хочу вам предоставить не трудна, но для науки крайне необходима. Валяйте. Конечно, покойникам не нравится, что мы пришли сюда. А кто их знает? Здесь могила кривого Вильямса. Надо быть осторожнее, когда говоришь о покойниках Том. Ты называй его на всякий случай мистер Вильямс. Пожалуй, ты прав. Мистер Вильямс. Страшней, лишь бы от вдовы избавиться. Смотри, смотри, адский огонь!
это люди? Здесь. Страшно, мас доктор. Им боится чертей. Вздор. Никаких чертей здесь нет. Смело принимайтесь за работу. Поторапливайтесь. Скоро начнет светать. Успеется. Отсыпьте-ка мне еще монет 5, а не то покойничка с места не сдвинется. Ничего не понимаю. Я ведь вам заплатил вперед? Хм, заплатил. На работу, запрещенную законом и Богом. Помогите! Помогите мне его вытащить! Бедняга потерял сознание! Успеется! Смею вас заверить, я не забыл вашей проповеди и ваших тумаков на площади. Ну что за вздор? Помогите бедному Джиму! Это вы выдумали отнять у меня сына! Вы лишили меня богатства! Я требую своих денег. Негодяй! Полюбуйся на свою работу. И за что ты его убил? Это не Джим. Это не я. Рассказывай. Я все видел.
Слава о вас, как о знаменитом адвокате, докатилась и до нашего захолустья. Да? Я приказал опечатать квартиру покойного мистера. Но раз явился законный наследник... Милости прошу. Благодарю вас. Боюсь, что имущества немного, сэр. Как видите, у покойного лечились одни только бедняки и негры. Да. Томас Робинзон, все вроде нужно. Отпускаю ему свободу, принадлежащую мне. Доктор Робинзон. Большой оригинал был ваш покойный братец. Да. Большой оригинал был мой братец. Разрешите мне уйти, чтобы не отрывать вас от скорбных раздумий, мистер Робинзон. Погодите. Одну минуту. Я буду защищать этого несчастного негра. Что? Защищать? Да. Чудовищно. Защищать убийцу своего брата? Мистер Тэтчер, я христианин. Этим сказано все. Чувство христианина. Понимаю. Простите. Простите, мистер Робинзон. Да только Том захворал. Том, да. Что? У него горячка третий день. Ну ничего, Джим, мы тебя освободим. Вот послушай, нужно добыть ключ у папаши. Пьян.
Щенок! Вот мой кулак! Поскулитесь, пока я не вытрушу из судьи всех своих денег! Прошу встать, суд идет. Объявляю судебное заседание открытым. Но тут ясно ребенку. Чем тогда схватил свой собственный нож и ударил им доктора в грудь. Если вам угодно, джентльмены, я могу присягнуть. Не имеете ли вы вопросов к свидетелю, мистер? Я не имею вопросов, мистер. Джентльмены, негр убил белого. Это преступление? Нет, это два преступления. Физическое и моральное. Убийство в нашей благословенной стране всегда было, есть и будет тягчайшим преступлением. Но когда черный раб убивает белого джентльмена, убийца восстает против Бога и установленного им общественного порядка. Я требую виселицы, джентльмен. Вот ловко придумано. Брат убитого защищает убийцу. Ясно, негром сдёрнули. Я считал, что мой клиент совершил это страшное убийство в состоянии невменяемости. Но открылись новые обстоятельства, и я буду настаивать на полной невиновности моего негра. Томас Сойер, войдите в залу суда. Где вы были 18 июля ровно в 12 часов ночи? На кладбище. Итак, мой друг, не волнуйся, спокойно. Расскажите все, что вы видели там. 18 июля я и Гекфин пошли... А когда мы выглянули из-за дерева, то Джим подумал, что мы — это черти, и упал в обморок. Тут он начал с доктором ссориться, поднял с земли нож и ударил доктора в грудь. И вы верите этому мальчишке, джентльмены? Взгляните на мою шляпу, если вообще можно назвать шляпой такую дрянь. Дело не в шляпе, мистер Финн. Мальчишки, нельзя верить! Нельзя, я говорю!
малолетний не может являться свидетелем. Запутанное дело. Да. Показания Томаса Сойера только тогда могут быть законными, если они будут подтверждены еще одним свидетелем. Джентльмены, кто из вас может подтвердить показания Томаса Сойера? Последний раз спрашиваю, джентльмены. Это он убил его! Это истинная правда! На Миссисипи старой, о, красивый мой, Джим свою жену найдет в Миссисипи старой, о, счастливый мой, Джим скорее, Джим вперед на Миссисипи старой, о. Веселый, здоровый парень. Да. Купите его, мистер Тэтчер. Купить? Да. Что я с ним буду делать в свободных штатах? Ведь он же, насколько мне известно, получил вольную от вашего брата. Вольную? Хм. Покойный братец был большим оригиналом, но дураком мы его никогда не считали. Извините, Мас. У меня есть вольная бумага с печатью. Где она, дружок? Я отдал ее массе покойному доктору. Как это неискусно все придумано. Бумаги покойного доктора я пересмотрел. Никакой вольной там нет. Он ее спрятал у себя. Я уже сказал, что никакой вольной там нет. Если ваша цена меня не разорит, я готов купить этого лживого негра. Прошу. Pom 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 la 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 la. Джим уже ждет нас. На ночь мы будем далеко. Thank you.
что тут делаешь, мальчик? Я ничего. Как ничего? Ты же висишь? Я хотел, а они не хотели. Они бежали с вашим негром. Кто? Куда? Том Гек и ваш негр бежали по реке, а меня повесили. Негр болен оспой. Я? Ты? Сколько же времени я буду болен, Мастал? Пока не доберемся до вольных штатов, Маса Джим. Это лучшее средство спровадить охотников за неграми. Ловко придумано. Thank you.
смеете ко мне прикасаться? Ноги, ноги, ноги! Я вас дерну на первом дереве, как только вас поймаю. Пока мы вас поймали, сэр. Вы же попробуй черную дереву. Плывут к свободе, которой нет конца.